В этой школе сегодня было обнаружено нарушение конструкции, покосилась балка в одном из классов и частично обсыпалась штукатурка. И, конечно, это в первую очередь вызвало необходимость вывести из здания школы детей, персонал, работников для того, чтобы обеспечить безопасность всех, кто в здании находился. По итогам визуального осмотра было принято решение сегодня администрации района, оно поддержано правительством Камчатского края, о том, что, конечно, нужно до выводов определенных о дальнейшей судьбе этого здания, в этом здании образовательный процесс прекратить. Поэтому сегодня прошло такое межведомственное совещание с участием администрации района, главы села, директора школы, Министерства образования, Министерства по развитию местного самоуправления о том, каковы наши дальнейшие действия, ведь основная задача обеспечить продолжение образовательного процесса в школе. Сегодня принято следующее решение. Да, коллектив из школы выводится, образовательный процесс в школе прекращается. В настоящий момент будет проводиться детальное обследование конструкции здания школы для того, чтобы уже в дальнейшем принять решение, либо это капитальный ремонт, либо это строительство нового здания школы. То есть решение должно быть обоснованным, взвешенным и документально подтвержденным. Как будет организован образовательный процесс? Ну вот, пандемия, как говорится, нам помогла попробовать, что такое дистанционное образование. Поэтому, конечно, сейчас для того, чтобы дети не пропускали программу, буквально с завтрашнего дня будет организован процесс вот такого удаленного обучения. Сегодня рассматривается вопрос, как будет гарантировано право детей на бесплатное питание. И буквально без перерыва, можно сказать, образовательный процесс будет продолжен в других формах, в других форматах. И в настоящее время определяются помещения в селе Лесная, которые могут стать временно территорией, где будут оборудованы классы, и уже продолжен образовательный процесс в очном режиме. Поставлена задача, чтобы данные работы были проведены вот в крайне сокращенные, сжатые сроки, и в ближайшее время мы примем решение о том, какие помещения в селе Лесная будут использованы для образовательного процесса, конечно, с учетом всех требований, которые сегодня существуют и у Роспотребнадзора, и у других надзорных органов, потому как на эти помещения также должна быть получена лицензия на образование.